Бог никогда не допустит ошибки в отношениях с нами, друзья. Даже если печалью улыбки мы меняем порой иногда. Когда в жизни сгущаются тучи, значит, в жизни настала пора, когда Бог Всемогущий нас учит, подвергает проверке дела. Когда нас неудачи постигнут, или в жизни ворвется беда, дни печальные душу настигнут, принося нам немало вреда, то и в этом не будет ошибки от руки дорогого Отца. Даже в жизни гнетущие пытки нам бывают нужны иногда. Когда Бог переплавит нас много и как глину замесит в руках, тогда силу от Духа Святого изольет Он в наши сердца. Он трудится над нашей душою, не устанет, мой брат и сестра, чтобы этой дорогой земною на Него мы взирали всегда. На ошибки Он наши покажет, хоть и больно нам будет порой, и всегда нам путь правды укажет своей сильной, могучей рукой. Наша жизнь — это школа большая, где Учитель — великий Господь, и к нам воля Его есть святая, чтобы душу спасти, а не плоть. Если часто встречаем мы бури, а порой ураганы и дождь, это значит, сердечные струны задевает могучий наш вождь. Чтобы нас, переплавивши много, на путь истины вновь возвратить и для жизни от Духа Святого силу вечную в души излить.